Какие проблемы сегодня больше всего волнуют родителей детей-инвалидов, выясняли в Центре реабилитации «Вера». Встречу построили в форме круглого стола. На нее пригласили представителей Управления социальной политики, образования, здравоохранения и областной общественной палаты. Встреча первая в этом году, и на ней собралось несколько десятков родителей особенных детей. Некоторые пришли вместе с малышами. Сегодня у них множество проблем, но большинство схожи. Это открытие специализированных школ, социализация детей и обучение их после совершеннолетия, возможность безбарьерного передвижения по городу, реабилитация и многое другое. В решении некоторых вопросов пообещали помочь общественники Химок и Московской области. У нас в Химках очень много детей, которые нуждаются для реабилитации в посещении бассейна. В данный момент у нас существует бассейн в организации «Благо», но они не берут детишек-инвалидов для именно реабилитации. Они занимаются только с детьми, которые готовят на Паралимпийские игры. В Химках проживает 363 ребенка-инвалида. Каждый из них нуждается в реабилитации и особой программе обучения. В этом им активно помогает Центр «Вера». Центр «Вера», он аккумулирует всю работу, которая в городе проводится с детьми-инвалидами. Это единственный центр, который на бесплатной основе оказывается социально-реабилитационные услуги детям. И то, что сегодня многие родители говорили, что это единственное учреждение, которое оказало эффективную помощь и поддержку семьям, я считаю, что это самая высокая оценка, которая может прозвучать. Этот круглый стол стал подготовкой к форуму, который пройдет 1 июня. На нем планируется обсуждение всего, что сегодня делается в Московской области для улучшения жизни детей с ограниченными возможностями.